Привет всем! Сегодня мы решили поехать в Албино. Всем. Албино – это один из старейших курортов Болгарии. И по популярности у западных туристов он находится после Золотых Песков на втором месте, а может иногда и на первом. Сейчас мы приближаемся к въезду на курорт Албино. Въезд в сам курорт платный. Сейчас мы подъедем к месту охраны и заплатим. Сейчас посмотрим, сколько, потому что цены тоже меняются. Да, но сколько мы сейчас узнаем, мы заплатим на выезде. 10 БГН. В общем, правила все время меняются. Вот здесь вот видите наличие паркомест, даже есть табличка. Нам выдали билетик, на котором написано время въезда и дата. Вот наш парковочный билетик. Вот сейчас мы проезжаем аквапарк. Это аквапарк Албино. Прекрасное место. Мы здесь были с моим внуком. Очень красивый и удобный аквапарк. Очень хороший паркинг вот здесь находится. Этот аквапарк, мне кажется, он не такой большой, но он такой очень уютный. И с детками здесь очень хорошо. Что еще можно рассказать об Албино? Албино находится в 14 километрах от Золотых Песков и 40 километров от Варны. Я не знала, но Албино является первым частным курортом Болгарии. И акционеры курорта являются его же работниками. Это объясняет особую ухоженность и чистоту этого курорта. Албино – обладатель голубого флага за экологию. Здесь расположен прекрасный парк и чистейший воздух. Курорт идеально приспособлен для семейного отдыха. Море здесь мелкое и безопасное. Плюс здесь очень много детских развлечений, включая аквапарк. Вот здесь начинается пешеходная зона, поэтому, конечно, лучше всего остановиться на этом паркинге. Вот здесь. Тут есть какая-то зеленая и синяя зона. Это что значит? А мы на какой зоне? Мы сейчас вообще не на какой. Синяя, наверное, синяя. Напиши. А вот паркинг, да. У нас синий вот это. Не знаю. Значит, синяя зона. Здесь все время меняются правила игры. То одна цена, то другая, то туда можно ехать, сюда нельзя. Итак, рассказываю. Перед нами карта, на которой изображена синяя и зеленая зона паркинга. Синяя зона стоит 10 лева, зеленая 20 лева. До 2018 года мы платили 5 лева и стояли где хотели. Мы находимся в центре курорта Албино. Это ее центровой отель. Мы встали на паркинг и поснимаем немножко территорию. Как чудесненько мы едем. Мы находимся на курорте Албино. Албино очень зеленый курорт. Здесь очень много парков, садов, скверов, которые скрывают просто отели своей зелени. Курорт Албино не перегружен отелями. Поэтому здесь нет ощущения муравейника. Отель Добруджа. Визитная карточка Албино, как говорят. И довольно по виду, наверное, он все-таки старый. А здесь нет отелей последних построек? Да, здесь все отели построены в советское время. Да, здесь сохранилась архитектура социализма. Вот панорама. Прекрасные лужайки, которые поливают нещадно. Вон там. Здесь красивые цветочки. И красивые деревья. Чувствуется рукомастер. Все подобрано. Сосны, липы, плакучие ивы. Сосны с шишечками. Мы находимся на курорте Албино. Здесь прекрасно. Много зелени, тепло, солнечно. Работают магазины, отели. И сейчас мы пойдем к морю. Вот такой у нас заборчик в виде карандашиков. Это карта Албино. 50 лет Албино. Вот такие у нас
скульптурки. Можно фотографироваться. Мороженое пушки. На охранная зона. Больных коронавирусом помещают в этот изолятор. Санитарная охранная зона. Вот теннис, центр Албена. Если вы хотите поиграть в теннис, то здесь прекрасные корты. Лучшие грунтовые корты, да, в Европе. Вот тут написано фонтан на космета. Фонтан на удачу. Давай помоем тут ручки. Может быть, будет удача? Деньги. Ну что-то денег я тут пока не вижу. Корты все время поддерживаются. И травку косят. 5 лет тому назад ты видела одно. Сейчас приезжаешь, видишь другое. Болгария развивается. Этот курорт непрерывно меняется. Мы как раз это и обсуждаем. Что сколько бы мы ни приезжали, мы каждый раз видим что-то новое. Хотя вроде бы здесь все одно и то. Вот магазинчик. Я думаю, что там все. И продукты, и принадлежности. Супермаркет, одним словом. Элитный. Едем по курорту Албена. Сейчас мы поедем сюда. На один из концов этого курорта. Вот это паркинг. А вот это деревня. Отель Добруджи, Лагуна, отель. Здесь описаны все отели, которые на нашем маршруте. Красотинка. Розовый фламинго. Почему тут и фламинго? Потому что это отель такой. Эскалатор наверх. Но теперь... он и есть. Но он закрыт. Только зачехлен. Он закрыт. Эскалатор тоже не работает. Отель Калиакра Мари. Это, по-моему, последний. Такой старый. Вид на пляжик с паркинга. Оказывается, имеет значение ваши впечатления об Албене. Помоем руки и ноги. Я здесь, на самом краю курорта. Номад Бич. Меню. Скариды с белым вином и чесноком. 11 лева. Скариды – это креветки. Ну, вот мясо. Хлеб. На пляже. Ресторан. Ну, расскажи нам, Витя, какой вкусный бургер я тебе сегодня купила. Ну, ты заказала просто деликатес. Я заказала деликатес. Деликатес. Конечно, я могу сказать, как всегда, что это вкус просто бомбический. Но это слабо будет сказано. Это деликатес высшего уровня. Я думаю, что... 5 баллов. 10. 10. По 5-бальной системе. Рестораны Мишлен. Все отдыхают. Все отдыхают, однозначно. Вот еще чизкейк у нас есть. Так вот, начался процесс поглощения. Поглощаем бургер. Это бомба. Атомная, водородная. На этой позитивной ноте мы продолжим нашу еду. Наша Албена. Основная часть пляжа Албена там. Куда мы еще доедем? Наше это кафе.
Наши кафе на пляже. Как изменилось все. Вот здесь была шхуна, ресторан. И мы отсюда заходили вот на эту шхуну. Угу. А теперь шхуны нет, и здесь теперь парковка. А вот здесь конец уже самого курорта. Мы на самой крайней ее части. Ну, пляж фактически дикий, да. Остался. Вот это дикая часть здесь пляжа Албино. От пирса начинается. А здесь очень мелкая часть пляжа. Поэтому дети здесь спокойны. Может быть, кривочка. Велка. Я не видела, но здесь везде камеры на парковках. Вот какая вилла, прямо на пляже. Мобильная модульная энергоэффективная кышта. Паркинг Албино, как вы видите, переполнен. Наверное, из-за коронавируса все предпочитают передвигаться на личном авто. Возможно, это безопаснее. Мы приближаемся к конечной точке. Здесь свободная зона, нет лежаков. Можно загорать просто так. А вот для... Это Old Oak Beach, для гостей, проживающих в указанных отелях. А какие тут указаны отели, я что-то не вижу. А стандартный зонтик 1 БГН, шезлонг 1 БГН и шале 2 БГН. Матрас, я думаю. Вот такие кемперы можно встретить здесь. Ну, гулять. Гулять. Ну, привет. Вот как дерево высохло. И прямо кибана. Вот. Ришатл бас поехал. Раньше здесь было шикарное кафе, и мы здесь были года два назад. Но оно сейчас не работает. Кариби, фуд, бар, просто бас. Шаттл до пляжа. А до какого пляжа? Тут везде пляж. Ну, до какого-то пляжа. Меня ждут. О.
Отель Славуна. Есть еще один отель впереди, до которого мы сейчас обязательно дойдем. Вот здесь вот есть такое болотце. Здесь сделано такое место отдыха. Тут наверняка поют лягушки, но это не поддерживается, поэтому здесь есть предупреждение, что кто сюда ходит, да, сам за себя отвечает. Но здесь нет лягушек. А вот там, где мы хотели дойти, там были лягушки. Вся речка пересохла. Вот отель Гергана. Ну все, мы на конечной точке. Гергана. Гергана. Гаргона. Пляж отеля. И бассейн. Вот так можно прекрасно решить проблему своего жилища. Обложить его таким. Это природный камень. То есть обкладываем все природным камнем и пускаем по нему вот эти вьюны. И будет красота. Вот отель Гергана, конечная точка курорта Албена. Старинный советский дизайн. Да, старинный советский дизайн. Неистребим и надежен. Ну, для 70-х годов, мне кажется, он бы смотрелся хорошо. Конечно. А вот и пруд с лягушками, которым мы были, на котором мы стояли, помнишь, в каком году, даже не помню. Вот такие у нас подплакучие. Какой... Да, шикарный прудик у нас. Тут раньше здесь квакали лягушки. Ну, может, они сейчас квакают. И было примерно так рыбы же, как плавают, там. А ее ловить запрещено. Видишь, о, сколько рыбы? Вижу. Рыба. Рыбы много, но надо лицензию. Да. Здесь водится рыба. И рыбу видно невооруженным глазом. Боюсь, что, конечно, камера не сможет это увидеть. Ну, рыба много. Вон черепашка. Вон черепашка. Вон. Около коряги спряталась ушла водяная черепаха. Отличная цель нашего путешествия сегодня. Точка, я бы сказала, променада. Но мы еще пойдем купаться. Когда-то было так. 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 Вот здесь ходит автобусик. Не автобусик, а паровозик. Ну, ходил, я не знаю, сейчас будет ходить. Нет. Но паровозик есть. Жир? Я. Вот он здесь растет, около отеля Гергана. Вот мы на вот пляже Албены. Да? Пляж изумительный, большой, свободный, а также много здесь лежачков и всего, чего хотите. Но есть свободные зоны, вот мы лежим на полотенцах. Пришли вечерком покупаться. Так что Албена рулит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте и лайки. Приезжайте в Албену. Приезжайте к нам в Албену. Ну, а может, это крайне? Так выглядит прекрасно наша бухта Албена. Это в сторону, если посмотреть, то вот там, за первой горкой, там вот эта дикая часть пляжа. Если посмотреть вот туда чуть-чуть подальше, то там уже не видно вот этой бухты, в которой расположен Балчик. Но сам Балчик уже виден отсюда. То есть там это уже Балчик. На ближайшей к нам горе, вот здесь, это отдельно селище Албена. Потому что в самой Албене не строится жилье. Но людям здесь нравится, и они живут вот там на холме. Ты незнакомые словечки сыпишь. Оттуда хороший вид. Какое? Вильно-селище. Вильно-селище – это селище. Это коттеджный поселок. Поэтому да? Это просто коттеджный дача. Поселок Албена. Не обязательно дачи, красивые и ухоженные дома. Но мы там ни разу не были. А эта Оля заплыла за буйки. Заплыла и стоит. Да, какая тут глубина у нас. Метра полтора, наверное, у буйков. Вот такая Албена.
русалка вышла из глубин морских. На чем? Фильм на дне. Хорошо звучит. Вот такой чистенький беленький песочек. Такой прозрачный, болгарский вариант, прекрасный душ, но к нему не подойти ни с какой стороны. Только по песку. Только по песку, да. Вот я тут стою, ноги помыла, и придется, не знаю, куда идти. Да, и придется идти в песок. Выползаем по песочку.